Специалисты предприятия «Римстрой» уже провели работы в Ореховой роще по очистке и обрезке деревьев и кустарников. Теперь озеленители высаживают хвойные растения на улице Амелькова в районе школы номер 7. Территорию аллеи украсят 13 туй и 40 кустов можжевельника казацкого. Такие растения требуют к себе определенного внимания и ухода. Например, при выборе места посадки и в особой подготовке участка. От правильного проведения этих работ зависит здоровье хвойных и их развитие. Зеленые насаждения высадили в обновленном сквере у памятника «Три свечи». Планируются работы по благоустройству, озеленению. На 5-й школе будет высажен можжевельник казацкий, будет туи высажены, будет спиралевидные туи высажены. Также будут проводиться работы в парке в Ореховой роще. После урагана были много деревьев у нас удалено. Будут досаживаться деревья, будут досаживаться у нас кусты, барбарис. Ну, большой объем работы будет проводиться. К сотрудникам компании ЮСТК «Кубань» власти Анапы были претензии, так как подрядчики не успевали выполнить работы по установке новых бордюров на улице Стахановской в установленный срок. Благодаря личному контролю главы города Сергея Сергеева работы возобновились в усиленном режиме. Сейчас рабочие устанавливают и красят бордюры, в скором времени подготовят и постелят рулоны газон. В течение недели сотрудники компании планируют завершить все работы по благоустройству.